по хладнокровнее Владимиру Быстрову можно было сыграть. Ну, не получилось. А момент уже был великолепный. Аршавин, Киржаков, выход один на один. Ну, Саша, удар, гол! Киржакова произошло. И сразу пробил, когда был напротив голкипера. Повзрослел, делает паузу. И 1-0. Киржаков, 136-й мяч в карьере. Первый мяч за сборную России в этом цикле. Ши, да? Лучшие футболисты в мире. Потом появились голландцы. Гулит и Ван Бастен. И стали все тренеры подбирать рослых, мощных центральных нападающих. Быстров под штрафную. Но сейчас опять Быстров. Удар! И 2-0! Зыряна! Ай да Быстров и Зырянов! Молодцы! Все-таки... Тут как тут. Он подработал и пробил. Простите, Зырянов. Киржаков забил. Ёлки-палки. Вот я сижу все-таки далеко. Киржаков, второй мяч. Сравнялся с Зыряновым, с бомбардирами. Киржаков. Ну ты... А вот здесь не точно. И Аршавин. Успеет Быстров? Успевает. Пас налево. Вне игры нет. Зырянов вошел в штрафную. 1-1. Ну, Костя. Ай-яй-яй. Костя. Константин. Не голландцев, в стиле Зырянова. Константин, указываем сегодня коллеги. Еще раз смотрим, посмотрите. Посмотрите, гол, основанный на высоком мастерстве исполнительском. Как же Константин хладнокровен, а?